Зачем звала? Игнат. Зачем звала, спрашиваю? Видеть тебя хотела, неужто непонятно? Люблю я тебя, Игнат. Да я и рада по тебя позабыть не получается. Уж столько лет прошло, все из головы моей ты не уйдешь. Я и сохла по тебе, и ненавидела тебя. А потом все равно любовь накрывала. А ну пожалей меня, пожалей. Уедем со мной в город. Уедем со мной. Я ж тебя любить стану, как ни одна другая баба. Ни одна другая баба тебя так любить не будет. Алена. Да послушай, теперь чего я тебе скажу? Ты еще девкой малой была, а мой глаз об тебя спотыкался. А как созрела, так и вовсе глядеть на тебя только с желанием своим мужским бороться. Ну, опоздала ты, Алена, на свет родиться. Ты же малявка была, а я уж к Катерине подбивался. А как ты мне сделку с часами предлагала, так я и вовсе всем сердцем Катерину-то любил. Не скрою, нравишься ты мне. Ну, ничего у нас с тобой не будет. Поцелуй меня, как тогда у дома. Поцелуй. Да кончай, Алена. Да то, что у дома-то было, позабудем, а? Кабы не пьян был, да кабы Катерина на сносях не была. Подловила ты меня на моем мужском желании. Подловила, не люблю я тебя. Никогда у нас с тобой ничего не будет. Убирайся отсюда и на глаза мне больше не попадайся! Да пусть она сдохнет, это твоя Катерина! Да пусть тебя изуродуют так, чтобы глаза мои на тебя никогда не глядели! Ненавижу ее! Ненавижу тебя! Ненавижу! Yeah.
Там! Там, там, в сарае! Лежите там! Там такой в сарае! Чё? Там! Там! Матука! Чего там орал-то? Ну ты очумела. Нет тут никого. Кого ты тут увидала-то? Ну чего молчишь-то? Чего от нас с матерью-то посередине ночи с постели-то сдернула, а? Сначала-то будто пожар у нас случился. Дочь, чего же это ты? А? На себя не похожа. С лица-то он вся сошла. Макар, глянь, будто с креста-то ее сняли. А ты чё, милая? А? Ты чё? Тут. Степка с Варькой согрешили. Чё? Сделали. Ты это, ты по-людски-то объяснить можешь? Или нет? Или так и будешь нам с матерью голову морочить? А как бы ты заговорил, как бы такое увидал? Да я чуть от ужаса не подохла, когда их увидала! Да чего увидала, да чего? Степку с Варькой увидала! Брата и сестрицу своих родимых увидала! Вот тут, на ватнике твоем, они лежали и любили друг друга, то что мужик с бабою! Чё несёшь, полоумная? Это я-то полоумная? Я? Это дети ваши меньшие полоумные! Видал бы ты тут, как Варька под Стёпкой стонала! Да как он её тут вдоль да поперёк? Всё, молчи. Я-то, конечно, полоумная. Я у тебя всю жизнь была полоумная, а твоя любимица тут на радостях перед братом ноги разжиперивала. Ты посмотри на ватник! На ватник-то свой посмотри, видишь пятна? Так ты твоя любимица его кровью пометила! Хватит! Хватит! Я во всем виновата. Макар! Макар, я притащила ее в дом! Макар! Не родная она, но чужая дочь! Макар! Слышь, что? Я... Макар! Макар! Чухалась, Ася. А то давай мужа пужать.
помрет, кто помрет. Ох, намаялся я с тобой, Евдокия, за всю свою тяжкую жизнь. Чаю шо подлить? Не, полно еще. Девка нашему Лешке. Ладно, достался. Я таких девок и не видал. Принцесса, а не девка. Ты видала, как она кашу ест? Ах-ах. Ложкой тюк-тюк, тюк-тюк. Словно птичка. Ложку в рот сунет, и тут же рот подтирает. И интеллигентная вся такая. Да. Батя у нее офицер был. Да. Я у нас в роду, вот родясь, таких интеллигентных не видал. Вот народят они нам, Евдокия, таких вот интеллигентных правнуков. От них новый род пойдет. А там... Что такое, Евдокия? У нас во дворе, кажись, кто-то. Ты в обморок грохнись, если какой скрип у нас во дворе услыхашь. Мало ли, что там во дворе. Может быть, ведро упало. Или забор рассохся. Ой, ох, Ян. Да ну тебя, ну. Ой, погоди. Чего? Погоди, погоди, Лукьян. Что такое? Да не ходи. Пойди впрямь забор. Погоди, не ходи. Ой. Бог с ним забором. Не в токи я. Эх, иди твою. Варвара. Я вручаю тебе свое тело и душу, чувства и глаголы мои, советы и помышления мои, дела мои, вся тело и душа мои и движение, вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и час издыхания моего, представление мое. Упокоение души и тела моего, Господи! Ты прости меня, Господи! Ты прости меня, грешную! Ты прости меня, неразумную! Господи, я беду наделала! Ты лишь детей защити моих, Господи, мужа защити, ты спаси, сохрани. И помилуй, Господи, а меня ты, ты докажи меня, Господи, за грех мой. Ты самый страшный казнью накажи. И утоила, умолчала от мужа дура, и от всех утоила. Ты прости лишь меня, Господи, ты прости меня, Господи. Мать, как ты могла? Столько лет от нас скрывала.
как отец ее любил. Больше, чем родную дочь любил. Ты ж смелил на что притащила, слышишь? Не надо. Ты ж змею на собственной груди пригрела. Доча, ты не дерзай душу мою, прошу. Она мне из того в кулачью изорвана. Да от кого она рождена? Да что нутро-то у нее такое гнилое, что она брата моего родного совратила? Позор-то какой. Да я даже в страшном сне представить себе такое не могла. Не надо. Это я вот так бы с Алёшкой, да? Доча! Господи, да что ж за день-то такой? Да лучше б я вчера в город уехала. Ты зачем ее в наш дом притащила? Ты почему скрывала столько лет? Так когда он ее увидал, он ей так обрадовался. Так он ей обрадовался. Да кому ей? Кому? Он дочке родной обрадовался, а не девке бог знает кем деланной! Да кому слезы твои сейчас нужны? Поздно рыдать, утрись! Ты мне змею в наш дом притащила. Ты беду в наш дом принесла. Ты прости. Прости меня. Вы всеми простите. Простите меня. Ты прости меня. Ты прости меня. Ты прости меня. Вы всеми прости. Перестань, мама. Прости. Перестань. Крестишь все нас. Прости. Что ты крестишь нас? Себя все крестишь. Богу все своему молишься. Прости. Что такое сотворила? У Бога твоего глаза на лоб повылезали, когда он в сарай сегодня к нам заглянул. Иди лучше отца поищи. Больно страшный он убежал. Как бы чего с собой не сотворил. Слышь, мам! Слышь, что говорю? Мам!
Мам. Куда малёхонька была, она все в курице с водичкой, ножки свои мыла, мыла их, мыла, а потом в эту водичку травку всякую разную кидала. А как-то мне и говорит, мама, ты, говорит, тот деда Ивана, а у ей дед был, Иван Фомич, родитель мой, ты, говорит, от деда Ивана сапоги-то мне дай, я в их в лес пойду. Евдокия, чего ты несешь? Евдокия! И шо у нее веревочка такая была. Она этой веревочкой кост себе обвязывала. Ой. Длинные косы-то такие были. А потом она той веревочкой себя к дереву привязала. Все. Тихо. И сидела там. До ночи сидела. Покуда за ей дед Иван не пришел. Он уж покойный был. А пришел. Это значит, он за ею пришел. Это значит, ее к себе забрать. А она у его сапога. Ванюша, уведи бабушку. Все, 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 все. Давай.
Все. Ой-ой-ой. Да я тебе помогу, чё? Кружку молока мне зато нальёшь. Жрать, что ли, охота? Охота. Ой, на, держи. Без твоей помощи обойдусь. Отец, покупай курочку, ну, смотри какие. По чем курица? 2 рубля всего лишь, отец отдаёт. Два рубля. Давай выбирай. Если это не нравится, другую покажу, вот, покажи, отец. Покажи мне беленькую вот эту.
Смотри, какая она варистая, какая жирная будет. Ну, да, да. Ну, 2 рубля дороговато, мне кажется. Вот, а может, ты уступишь копеек 10? Хороший, давай 5 уступлю только. 5 копеек. Только 5. Да не знаю. Ну, может... ну отец. Ну, хорошо. Отец отрывает. Ладно, все, я понял, хорошо. Берешь? Беру. Все, хорошо. Украли! Кошелек! Только что трубки здесь стоят. Только что в кармане был! Милиция! Нет у меня ничего! Да какой? Чего надо, гражданин милиционер? Нет у меня ничего, гражданин начальник! На! Да вон, на, смотри, нет! Он вокруг меня крутился! По полгорода в кепках! Да, вы сегодня, да нет у меня ничего! Да, да что ж такое, товарищ милиционер? Средь бела дня! Да как же так? Да зачем его отпускаете-то? Товарищ милиционер! Батя тебе кашу наварила, какую ты любишь. Тебе хлеба надо? Уйди. Батя, я бы в город к Орешке уехала. Тебе глаза не мозолить. Да ну как я хозяйство-то оставлю? Тебе ведь и покушать приготовить надо, и постирать надо. Уйди. Деда чаем напоишь? Там батя дома. Ага. Макар. Макар. Здорово. Как там баба Доня? Совсем бабка плохая. Память и разума совсем лишилась. Каждый вечер с Дашкой разговаривает. Платок наденет, разуется, босая подле печки сядет. На печку глядит и говорит, говорит, говорит. Ой, такое несет. У меня от ее бредней кровь в жилах стынет. Вчера с мужиками говорил. Крест хороший на могилу сделает. Это хорошо. Деда, сухари твои любимые. Бать, тебе сахар надо, ты прикол. После 40 дней крест поставим. От Степана вестей нет? Нету. Ты Ваюху-то не гнуби. Загнубишь девку. Сотворит беду какую с собой. На мать-то глядячи. Не могу моей! Не смей такое говорить! Мать! Та
которая с пеленок нянчилась, ты воспитала. А ты ее отец, а она тебе дочь. И если у тебя какие-то другие мнения, то не смейте их мне выражать. Марька для меня была внучкой, внучкой и останется. И гнобить я ее никому не позволю. Варвара, собирайся. Со мной пойдешь. Вам Дуню проведешь. Фарту и масть. Что надо? Я что-то тебя не понял, фраер. Ты кто в наших европриглашения выписывал? Мама моя родная, курва огородная. Ты кто же? Тот самый лопатник. Где его взял, духарик? Ты на землю его кинул, я поднял. Зашухерили на базаре? Ну, легавый шмонали. С какой такой надобностью ты мне сюда его приволок? Что себе-то не оставил? Ну, нажрусь я до пуза на эти деньги. Костюм себе вот такой куплю. Дальше что? Работа нужна. Воровал когда-нибудь? Так. В детстве бывало. А я жлем, поц. Тухлый он, фраерок этот. Варежку захлопни и не гони на меня пустое. С деревни я родной сбежал. Вернуться туда не могу. В городе у меня тут брат с сестрой, но я скорее подохну, чем за помощью к ним обращусь. С какой деревни? Со старой шайтанки я. А я из Фрянова. С Фрянова? Так мы соседи с тобой. Садись, корешок, садись. А я жлен поц. А я жлен поц, разменяешь меня на базаре за 7 копеек. Давай, кишку набей, а уж опосля мы с тобой в делах базарить будем. Хвостом махнул, в те котлы мордой макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул, на конька Иван взглянул и в котел тотчас нырнул.
он спасал Ивана. А Иван на царевне женился. Такие вкусно замечательные. Здравствуйте. Я до последнего надеялась, что ты придешь. Прости, буду две внеплановых операции. А папа уже вернулся с работы? Лиля. Так. Что-то случилось, доктор Морозов? Ты всегда чувствуешь. Да, потому что ты в такие минуты всегда по-особенному произносишь мое имя. Что стряслось? А мне тоже можно спросить, что стряслось? Если не идет, то я могу сбегать, булочек в Бакалейном нам купить. Ты хитрый какой. Булочек в Бакалейном. На, держи. Только давай быстренько. Мы тебя будем дожидаться у углу больницы. Да быстренько! Да очень быстренько! Бельский мне сегодня предложил. Леша. Любишь ты паузу выдержать? Хорошо, я продолжу вместо тебя. Возглавить вместо него больницу. Лиля. Да? А ты откуда знаешь? Леша! Я знала это, когда я увидела тебя в первый раз. Поздравляю тебя, мой любимый доктор Морозов. Подожди, еще рано. Он только предложил, а решение принимать не ему. Они должны как-то посоветоваться. Все решится, Леша. Ты будешь возглавлять больницу. Здравствуй, Сань. Чего ты все стороной меня обходишь? Пойдем завтра погуляем. А в воскресенье у матери, у моей именины, так ты приходи. Здравствуй, Ванька. Здравствуй, Санька. Мать стол большой накроет, гостей с полдеревни соберет. Приходи. Тебе в люди выходить надо. Можно уже тебе немного поразвлечься-то. Время сколько минуло уже? Да не могу я, Сань. Пойти рубашки починить надо будет. Да и в сарай я так подобраться хотела. Ну, а погулять? Пойдешь со мной погулять? Я ведь руки сейчас распускать не посмею. Я ведь подожду, покуда ты в себя придешь. Погуляем завтра? Не могу я. Нет, Сань, пусти ты меня. Завтра же нет. Председателя видала. Сказал, в понедельник собрание колхозное будет. Велел, чтобы мы с тобой вместе приходили.
Слышь меня, батя, так сказал, вместе. Один пойду. Да на кой кофту эту нацепила? Мамина кофта. Да, моя поистрепалась совсем, вот я это достала, да и надела. Не смей брать ее вещи. Батя. Какой я тебе, батя? Какой нахрен тебе, батя? Был я тебе батей, покуда ты жену мою в могилу не упекла. Варь, погоди, я вот тут к отцу твоему зайти хотел. Варь, остановись! Варь, выходи за меня замуж. Нет. Варь, я жду. Нет, Санечка. Нельзя мне теперь замуж. Чего ж нельзя-то? Варя, чего нельзя? Варя!